Харьков в мировой литературе. В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Иван Бунин. «Жизнь Арсеньева», 1933 год.